Здравствуйте, уважаемые организаторы Golden Team Talent и уважаемые жюри. Я Сусана Ванесян из Армении. Родилась я в городе Ереване, в столице Армении. Мои родители из Арцаха. Училась в 92-м среднем школе. Закончив, поехала в Узбекскую республику, в город Самарканд. И поступила в училище искусств имени Абдурасулова. Училась там в факультете художника-оформителя 4 года. Моим педагогом была Коношенко Евгения Павловна. Я благодарна ей за навыки, которые она передавала мне. После окончания мне дали направление в академию, но я, приехав в Ереван, стала работать художником-оформителем по стеклу. Оформляла все, что было связано со стеклом. И одновременно работала над собой, выставляла работы. После замужества я оставила писать картины, потому что надо было поднять детей. И после 15-летнего длительного перерыва я снова взяла в руки кисти и начала писать картины и выставлять их. В 2011 году вступила в Союз художников Всемирной армянской диаспоры, а в 2014 году вступила в Союз художников Армении. В 2017 году участвовала на выставке, просвещенной Дню независимости Армении, и была награждена грамотой. В 2019 году была моя персональная первая выставка. Выставка называлась «Херусамарт. Битва героев». И от ветеран Карабахской войны, рыцари Академии международной безопасности Республики Армении, была награждена медалью «Мать храбрых рыцарей на защиту Отечества». И от организации «Фидаинэш» Республики Армения была награждена медалью по защите армян. В 2021 году вышел мой каталог по названию «Херусамарт. Битва героев». И там в каталоге представлены портреты героев и путь и достижения героев. И не только армянских, но и других национальностей, которые боролись за независимость своих стран. В 2021 году участвовала на выставке, которая называлась «Герои Армении». Она проходилась в Доме художников и была там награждена от организации «Фидаинэш» Республики Армении медалью «Мать Сосе». До сих пор я работаю, выставляю мои работы. Работы находятся в частных коллекциях как в Армении, так и за рубежом. Портрет Андрея Никозаняна находится в музее Андрея Никозаняна, а портрет Комитаса находится в музее Комитаса. Я сейчас хочу представить вам картину, которую хочу выставлять на конкурсе. Картина называется «От конечности до конечности», исполненная по стилю импрессионизма маслом на холсте. Мальчика позировал мой младший сын. И в композиции сидит мальчик, держа в руки книжку и читая ее. Одна нога босая, а другая в носках. А смысл работы в том, что если будешь усердно читать и учиться, достигнешь всего. Вот и все, что я хотела рассказать о себе и о работе. Большое вам спасибо за внимание и всем удачи!